Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Вряд ли истории о милых котятах и щенках смогут оставить кого-то равнодушным. Поэтому вот еще один такой рассказ к вашему вниманию. Не успел котенок прожить и 2 месяца на свете, как судьба заставила его почувствовать себя в роли бездомного. Один на один против целого мира в неравной схватке за жизнь. Однако ему все удалось. Сейчас у него есть любящая семья и 3 друга, собаки, которые приняли Найду как родного. Так с чего же все началось? В начале сентября американке Бет Уолден попалось на глаза сообщение о том, что нужно срочно спасти котенка. Этот маленький комочек счастья нашли на улице. Женщина откликнулась на это сообщение уже на следующий день. Не теряя времени, она с дочкой отправилась из Флориды, где, собственно, и живет, на спасение бедняги. По дороге к крошке они еще и успели прикупить все нужное. Забрав малыша, они первым делом решили его покормить. Женщина с дочкой не поскупились, и за считанные часы у малыша было все, что могло бы ему пригодиться. Но каким бы маленьким оно ни было, отваги ему было не занимать. Что бы с ним ни случилось, он мужественно переносил все невзгоды и страшные ситуации. Ел котенок тоже хорошо, именно столько, сколько помещалось в его крошечный желудок. Малыш делал все, что можно, лишь бы выжить. Для такого необычного члена семьи и имя должно быть неординарным. Малыш – короткие штанишки. Всего, чего он боялся, так это опять остаться один. Но теперь для этого нет никаких оснований, у него есть семья. Как только женщина с дочкой зашли в дом, их встретили другие члены семейства – 3 больших собаки. Их знакомство с котенком происходило под бдительным присмотром хозяйки. В подобных ситуациях не лишним будет и перестраховаться. На удивление, собаки очень дружелюбно отнеслись к новенькому. Так Френч облизала ему мордашку настолько нежно и аккуратно, как будто это ее ребенок. Наиболее трепетно к котенку отнесся пес Сальвадор. Каждый раз, как слышал плач малютки, он срывался и мчался проверять, все ли в порядке. По правде говоря, хозяйка бульдогов и сама ожидала подобный прием. Где же это видано, чтоб собаки с первого звука уже мчались на призыв котенка? Пока малыш не стал хорошо видеть, он ни на минуту не оставался без присмотра приемной мамы или кого-то из собачьего семейства. Бет, ее дочь, собаки – все они делали все возможное, чтобы малыш короткие штанишки понял, что он просто молодец. Сейчас котенок уже хорошо видит и радует семью своими первыми шагами. Учитывая все это, сразу понятно, здесь точно все будут счастливы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.